Outlast. В предыдущей серии нас поймал вот этот докторишка, который теперь мертв и изрядно потрепал, по крайней мере, мне нервы. И вроде немного отойдя, я снова взялся за игру, но можно начинать. Он довел меня до истерики, можно сказать, блядь, я не знаю, это был пиздец какой-то. Ну ладно, погнали далее. Кстати говоря, нам отрезали пальцы, блядь, что не очень хорошо. Что будет дальше, я даже, блядь, представить себе не могу. Шутка, блядь, как здесь пиздец какой-то. Так, я думаю, нам, скорее всего, надо вниз, потому что выход там, да. Ну давайте и пойдем мы вниз. Батарейка. Отлично. Компьютер. Нет. Ничего тут не работает. Компьютер тоже не работает. Блять, пиздец какой-то, я не знаю. Блять, вот это большая местность, сейчас что-то здесь будет. Тихо. Thank God you survived. I feared that secular maniac would carve you up like the others. Meet me outside. We're close now. Блять, пиздец какой-то. Священник непонятный. Видимо, здесь лечился. Ой, блять. Да не, прятаться мы не будем, конечно, сейчас. Ой. Ходи-ка. Куда мне идти-то тогда? Чё-то ничего не пойму. Не понял. Тут есть еще что-то. Вроде нет. Что-то я ничего не понимаю тогда. Да нет, вроде один выход получается, точнее, ход у нас. Может, скорее всего, тогда здесь я что-то упустил. Вероятнее всего. А, да, действительно. Ой. Пожар здесь, блядь. Тихо.
затихло. Еще одна батарейка. Это хорошо, потому что у нас кончаются потихонечку. Пополнять запас. Это всегда хорошо. К нам сюда. Ух ты, ёптанди. Друг. Нормально, в принципе. Так, ладно. Некогда. Блядь. Охренеть. Какая цель у нас? Блять, не бежит. Сейчас найдем. Классная музыка, кстати. Ой. Подлагивать. Стало. Чисто. Блять. Тихо. Мне показалось ли. Кто-то все же пробежал. Бля, пиздец. Мне уже клюки, наверное. Нет, мне не показалось, там опять этот мутант идет, блядь. Идет он сюда, да? Нахуй. Ну и этого еще не хватало, блядь. Тихо. Я не могу понять, где он, блядь, из-за его дыхания. Он просто стоит, да? Ничего нет, ну как здесь ничего нет, тут какая-то батарейка должна быть. Теперь бежим. Быстрее.
Иди сразу туда, не надо сюда идти. О, господи, блядь, идет к моей. Ну вода там включилась, ну ёптань. Thank you.
Нет, он там где-то, блядь. Тихо. Я уже не понимаю.
понимаю ни хера, блядь, там. Здесь ключи, по крайней мере. Нету точно. Да и здесь вроде как нету нигде. Дело какое-то взяли еще. Так, ладно, давай вот сюда сходим. Нахер? Вот он ключ. Или нет, это не ключ. Батарейка. А, вот он ключ, ёпты. Все, валим отсюда. Какая-то херня летает, блин, что это вообще нахуй? Бежим, 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 бежим. Давай, быстрее, ёпты, блядь. Меняем. Валеритер, блядь. Ладно. Это пиздец, на самом деле. Блядь, этого еще не хватало, психи, блядь, привидения. Да ну нахуй. Ай-я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 й. Это охереть, ребята, блядь. Это полный пиздейшн, блядь. Да тебя черт несет, блядь. Блин, не допрыгнул. Давай уж. Блять, опять это привидение, мы сейчас увидим. Вроде все, да. Блять. И эта игра меня доведет определенно до белой горячки, блять. Хотя бы до белой. Yeah.
нам же туда надо прыгать в любом случае, ёптанте. Давай разбег возьмем. Отлично. Как ты мог тогда разбиться здесь, блядь? Да, ребята. Еще лучше, блин. Тихо, блядь. Ну зачем же так пугать?